Приветствую вас, друзья, на моем канале «Вкус жизни». Меня зовут Светлана. И мои друзья были в столице Кипра, Никосии, на стадионе и смотрели футбольный матч Россия-Кипр. И прислали мне некоторые материалы этого матча. И сегодня я хочу поделиться и с вами. Конечно, на трибунах было много российских болельщиков и жителей Кипра, кто болел за российских футболистов. И в русском ресторане караоке-бар в Айнапе в Теремке тоже была прямая трансляция этого футбола. Посмотрите, как посетители. Браво! Браво! Это русские туристы, которые отдыхают в Айнапе. Пришли посмотреть. Ну и, конечно, вы все знаете, что Россия выиграла у Кипра со счетом 5-0. И обрадовала своих болельщиков. Вот такие интересные фото из этого матча. И теперь Россия гарантировала себе как минимум второе место в группе 1 и досрочно квалифицировалась на Евро-2020. Вот. А еще предстоит ей встреча с Бельгией 16 ноября и выездная игра в Сан-Марино 19 ноября. Так что Россия сейчас пока как бы на втором месте по количеству очков, а Кипр на третьем. Спасибо большое за просмотр и до следующих моих видео. Пока-пока.